Здравствуйте! Вы слышите ангельский голосок Алексея Халецкого. Это продолжение ФФА сериала на четверых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным, продолжающим просмотр, приятно провести время. Да ладно, все-таки датчанин построил Кремль. Ну, это не так страшно, как для тех, кто по... Ну, так я могу здесь уже купить лодку, а строить мы будем стены. Так, рабочих нам не надо. А, на военную базу. Танкетки пошли. Жалко, Кремль не получилось, жалко. Бараки нужны. Мы здесь купим бараки. Здесь. Да, я люкс там нет. Эпик построил просто. А что у нас по ядеркам? После мотопехоты или просто ракеты? Да, после мотопехоты. Ну, я, конечно, могу здесь поставить такую культурную штуку, но
Мне жалко производство, которое тогда уберется. То есть я думаю, надо мне археолога строить или нет. Лошадка, живи. Нет, она умрет. Ого, я последний по армии. Это интересно. Тебе нефть подогнали. Чё? Тебе нефть подогнали. У меня есть источник. Кстати, это, помоги мне там, можешь мне рабочую лодку пригнать? Потом видишь, где моя нефть угоновую? Да. Можешь рабочую лодку прислать? Окей. Не, у меня в третьем городе есть нефть, и, блин, вот это болото оказалось нефти, которое ты купил, или хитро-хитро. Три планы сплошные строят. Я ничего не покупала, но само. Надо бы в Мумбаи перебрасывать часть. Он пускай вылечится. Тогда вот этот вылеченный. Сколько эти будут летать? 10. Да. Ну, у меня на расстоянии, так что... Ну, вот этот... На короткое расстояние надо в Банзу Конго перебросить. То есть с длинным расстоянием долетят, но только из Мумбаи. Вот им прикол. То есть надо в Мумбаи и Мбанзу Конго распределить самолеты. Часть Мбанзу Конго, часть из Мумбаи. Только они до Утики долетают. Ну и, соответственно, парашютистов надо будет высаживать. Так, у нас начинаются проблемы в связи с несчастьем. Надо посмотреть уран. Полинез, мы в конгрессе доминируем. Если ты не наделаешь глупостей, то все будет в порядке.
порядке все будет, когда мы вас захватим. Не, это у вас все в порядке, это мы понимаем. В Индии, например, несчастье уже не может не радовать. Да, плак-плак. На самом деле, меня может радовать только то, что от столицы до поля боя за один ход танки доезжают. Сейчас мы лоб на армию будем делать. Что значит мы упадем? Ты должен думать о своей победе тоже. Ну, в данный момент мы тут блоками воюем. Я так понял, ты главы не вышел, да? Кто? Датчанин. К сожалению, пока нет. Зря ты начал воевать тогда. Это все в лабах уже. Может, зря. Но... мне это не сильно много ресурсов затрачивает. Мажор. Это при помощи не помешал авиации твоей. Ну, танкетка не давить хочет. Там три планы и пару пока бомб придумал. Я удерживаю пока что. О, там уже вторые. Вторые бомберы, да? На слабенько. Ты за себя голосуешь? Да все равно. Ну, давай за тебя. Сегодня за меня не проголосуй. Или хочешь за меня, давай. Я уже кинул. Хорошо, только скажешь, какой ресурс ты голосовать будешь. Я, ну да, потом это решим. Трюфель или я хлопок, да? Уже спать хочется. Силы на исходе. Ой, минус бобер.
Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Где там проблема? Это лодку сделал мне? Да, линкор достроился. Рабочую лодку. Да. Придется три планов построить. Ну и этих истребителей. Я не пойму, что тут у него перехватывает. Трипланы уже не могут перехватывать мой самолет. Баттлшип этот. Короче, сама надо удержать, он стоит на этом. Самого брать. Он, если самого взять, то отсюда датчанин, пускай датчанин берет, я не знаю, кто хочет. Можешь авиации помогать мне тут? Угу. Там что, самолеты бомбят сзади или что? Ну и что он делает со своими этими? С кем? Танкетками. Ну и этим полководцами. Да.
Ну, помоги мне там, а. А чё ты не ставишь полководца? Ну, он только родился у меня. Вот там, видишь, где вот анкетка стала? Вот тебе нужно туда пробиться, сейчас надо зачищать там. Ну, подходи. Блин, как можно вот так упарываться без лап? Жесть. Мне это как бы не мешает устроить лапу. Нет, так я не спорю, что крутой, но надо ж выиграть. Ну, я все, что на тебя идет, все идет только со столицы. В столице все строится один ход. То есть я ничего не затрачиваю. Ты можешь подойти сама? Да. Датчанин, предложение. Батлшипы. Блин. Надо в сама было давным-давно посадить. Танкетку можешь забрать? Танкетку можешь убить это? Ладно. Долго ты думал. Ты лошадкой можешь? А туда стать можешь? Нет, лошадка ходила. Так а что ты не занял клетку? Я же убил. Чем я тебя займу? Так а зачем ты просил убивать туда? Я думал, лошадь у тебя не ходила. Ну, просто непреодолимое желание убивать. Ну что ты, какие понял. Вопросы? Только у тебя бомбы есть? Что? Бомбардировщики есть у тебя? Ну конечно есть. Только отрабатывают там в моем районе. Датчанин около Монако, забери.
Сони там не поставишь, правильно? Я знаю. Сейчас, подожди, я отработаю по танкетке. Добирай. Убери... Гатлинг выше Монако с леса. Ну-ка, убери оттуда куда-нибудь. Ты потеряешь полководца так. Ну, может, и потеряю. Сяма, где твои самолеты? Или есть? Специально даешь забрать, чтобы себе его отбить? Что? Не, а что? Что я даю забрать? Сама. У тебя большая армия, здесь ее нет. У меня самолеты. Не ходи пехотинцем, подожди. Ой, крепость теперь твоя. А ты эти авиацию перехватывал чем-то, нет? Да не успеваю я, понимаешь? У меня сейчас зенитки идут. Они, у меня с авиацией обстреливает этот... они вдвоем меня давят. Ставь кого-то в крепость, срочно. Если ты не помогаешь, я упаду. Крепость поставь. Да там ходов нет, там ходил. Ну, снизу лошадь хотя бы какая-то. Убился. Двумя танкетками убился в тебя. Сейчас сразу генерала уводи. А если есть кого-то в крепость поставь? Ну, я такой умный сам, короче, это. Знаю. Ну, ты что-то делаешь, слушай. Они болеют. Ты болельщик хороший, конечно. Разорвали. Я самолетами стреляю. Ты видишь, у меня там другие солдаты.
Ну там, понимаешь, индусы, там тут очень много вторых бобров. Но у меня город был... Ну блин, он был с военной базой, сейчас он легко упадет. Все, он опять будет атаковать. Убирай. Ты не убирал? Ты не успел, это ж... Такого переклик. Я, видишь, он отошел. А я, кстати, не мог поставить крепость в прошлом ходу, и пока все самолеты не отстрелялись. То есть он типа выполнял приказ ставить крепость, и он ничего не делал. Ну, типа, потому что город был взят. А чё ты крепость не занял? Там уже паратруперы высадились, блин, ну ты даёшь. Чем? Алё, гараж, я один воюю, чем я займу, слышишь? У тебя что, нет одного... Комментатор, блин. И что с ним будет? Ты видишь, что там 4 танкетки, арта и войска, и 10 бомберов? Алё, я падаю. Ты решил меня пересидеть? Ну, сиди. Да при чем тут пересидеть? Я что, не стреляю или что? Ты просто, ну, не задавай таких вопросов. Вообще нервничаю. Блин, ну я не знаю. Если бы ты настроил нормально бомберов вовремя, мы бы отбились. Нет бомберов. Ну, они только сейчас есть. Ну, ты упадешь в следующем. Понятно. Это было в твоих интересах. Так я что, типа, ничего не делал или что? Ладно, датчанин, ты-то, конечно, молодец, но ты свою науку видишь? Ты что-то делать собираешься с этим? Конечно, собираюсь. Ну, как бы знаешь, я не ради победы играю, мне просто игра нравится. Что? Больно. Ну, то есть, я... просто наслаждаюсь игрой. Я понял, ты упоролся. Знаешь, в чем разница? Если бы я упоролся, знаешь, там не строил лабы, там. Я бы тоже был в такой позиции более сильный. Я готов. Я строил лабы. Да че, не захватишь само? Просто я могу тоже взять его. Ну, тебе этот город с тремя жителями уже ничего не даст. Территорию. Территорию тоже.
надо отбивать теперь. Какие у тебя идеи, а, вообще там? У меня отбиться. До последнего. Ну слушай, у тебя реально там два бомбера было, я видел. Только недавно опал. У меня два бомбера? У него, он на три планы делал ставку. Ну, при чем тут? Не очень хорошо. Мне надо было отбиваться какое-то время. Не, если бы ты нормально бобров настроил, 6 штук там стояло, ты мы бы отбились. Просто ты бы танкетки убивал по КД. А так твои три плана они как бы... Знаешь, сколько они отбили самолет? Не, я понимаю, да, много потерял, по-моему, насколько я понимаю. Датчанин, поставь гатлинг перед саму... Ну или как-то так, да. Гатлинг, походи уже. Вот ты, вот понимаешь? Ладно. Ты мне? Нет, я вот тому, как воюет Карфаген. Как? Пассивно очень стоишь, ничего не делаешь. Где? Караганде. Я понял, ладно. Мы могли сейчас город отбить, ты даже не понял этого. Ты видишь, что у меня парашютисты у меня на территории? И почему ничего не сделал? Я же тебя не спрашиваю. Парашютисты, там они не ходят долго. Ты должен был, ну, по правилам там, как там по правилам, напомните. Ну ладно, не важно. В смысле, высаживаются в первой плане таймера, все, ну какие еще правила? Это... Ну, отвлекся на парашюты, сейчас тебе крепо под ручку станет. Могли город Блин, ну как ты так это делаешь? Вообще жесть. Ты так кликаешь четко.